дворе вот какой богатый урожай. Здравствуйте, мышки, мышки, малышки. А что ты телеги ведешь? Так хочется с Валентин зернышек попробовать. Может, дашь мне немного зерна? Конечно, берите. А мы тебе семечки угостим. Здравствуй, добрый воловей. Здравствуйте, белки. Мы по веточкам скакали, да ягоды собирали. А хотите, я вас зерном угощу? Конечно, да. А мы тебе ягоды угощу. Смотрите, телега, а на ней воробьи. Здравствуйте, бобры, водяные жители. Здравствуй, воробей. А что ты в телеге видишь? Зерно. Хотите, я вас зерном угощу? Да. А мы тебе водички дадим. Друзья, теперь у меня есть семечки, ягода и водичка.